Выходят два вот таких мордоворота. Короче, аллеи дали. Говорит, не будешь пить. Прыгает с 11 этажа. Выпили мы. Я до общаги не дошел. Срался. Серьезно, ребята, срался. Новый дуэзбан, напишите. Мужики, если хотите, чтобы я снимался, я буду сниматься четко и классно. Напишите в комментариях, хотите, чтобы я снимался или нет. Привет, Ютуб. Мы снова с вами. Сегодня познакомлю вас с своим новым другом. С Васей. Hello, пацаны. Это я, Вася. Как вам размова? Классно? Да ухо не оторви. Вы знаете, что любое знакомство под твоим не бывает. Сейчас мы подъедем к Айтосицке и будем знакомиться дальше. Надо было сказать, будем жарить дальше. А я тоже давно хотел с хорошей девчиной познакомиться. Вот такой я когда. Вася писал с собакой. Собаку зовут Рыжий. Очень хорошая собака. Да. Рыжий. Чего? Вот туда дави. Вот туда. Вся морда вот туда. О. Ставлю сковородку. Что, картошку кидаем или что, блядь? Ты ж сама чуть-чуть. Я знаю, что. Сейце. Что там, Вася? Давай, давай, отдыхай. О, это что?
будем пробовать. Холодно. Будем одеваться. Кайтоска вже готова. Буду кормить вас. Вася, ну, наполовину снеслася. Вася, ты вот купилась? Я не перестаю. Ну, сейчас найду. Будь ласка. Чтоб мы жили, не тужили. И богатство у нас не пропадало. Вот это я могу сказать. Вася, а можно мне трошки выпить? Будь ласка. За знакомство, чтобы у нас с Васей все хорошо было. Целоваться не будем? Нет. Я на первом свидании не целуюсь. На каком ты целуешься, если на третьем давать надо? Целуюсь я только во время этого дела. Какого дела? Вот вопрос тебе. Ты уже не маленький. Вася, где ты такой взялся? Меня родила мама в 67-м году. Давай, Танюха, по чарочке, и я кое-что расскажу. Давай, Вася. Ребята, помните, где-то 96-97 год рекером занимались, блядь. Купоны были за гуня майда, блядь. Зарплаты не было, выдавали купоны. И хочу одну историю рассказать. Со мной произошло. Ну, вы сильно не смейтесь. Приехал я в Зеленодольск. Меня послали как пионера 18 год. Послали чтоб жизнь побачил. И я ее побачил. Тогда у нас горилка. Грошей не надо, купоны давай. Купоновская зона была, блядь. Ну, только я не помню, в каком это году. Я приехал в Зеленодольск. Такие девчата. И со мной дед старый, блядь. Как я сейчас, чепук.
Я приехал. Они мне предложили горілку. Я им отдал все купоны, что у меня были. Они мне горілку дали, все. Пригласили в гости. Ну, я приперся с этим дедом у гости. Горілку пить. Выходят два вот таких мордоворота, блядь. Это наша, а это ваша. Короче, лии дали. По литре, блядь. Выпили мы. Говорит, не будешь пить. Прыгай с 11 этажа. Я выпил. Я до общаги не дошел. Срался. Серьезно, ребята, срался. В результате том, что выгнали мы, как его, чурбана, блядь, с бани, чтоб я хоть покупался. Ну, а босраный пришел забыть там. Пацану 18 лет, нахуй, ёб твою мать. Вот такое бывает, нахуй, пацаны. А я поначалу, я не верил. Я думаю, неужели это со мной такое произошло? А оно с каждым такое происходит. Вася, что я могу сказать? Мне искренне зай. Спасибо, что хоть пожалела. Вася, теперь я скажу за свою подругу Наташку. И це ми з магазина. Вона каже, все сузовиті круте. Вона каже, я додому дотейплю. Ну не дотейпіла, діля наробила. Прийти ми додому, все буде гаряться і не було. Поки ми нагріли воду, вона так і ходила. А потім каже, дай мені труси. Я їй даю оті стрінги свої. Вона каже, не хочу. Я в таких не буду ходити. Все-таки вона уділа їх і все хорошо кончилось. Кримінал. Ох, и знакомо все у нас, блядь. А, ба, обегорело. Обегорело, блядь. У вас, извини. Рука набитая. Знаешь, как в той песне пелося? Зараза, брось, а я любить не стану. Я таких-то чертей достану. Рано или поздно все равно приползешь ко мне, моя зараза. Песня поет. Какую тебе песню запеть? Оп, стоп, 50 за уме. А, хорошо. Оп, стоп. Мы подошли из-за угла. Оп, стоп, ты много на себя взяла. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом, блядь, тверезой посмотри. Это все тебе последний раз. Ну, я немножко запутал. Забыл эту песню, блядь. А бутылочка вина не болит голова?
хорошо. А бутылка вина не болит голова, а болит у того, кто не бьет ничего. Мужики, если хотите, чтоб я снимался, я буду сниматься чётко и классно. Напишите в комментариях, хотите, чтоб я снимался или нет. Как новый дуэсбан? Напишите. Петь ты хорошо умеешь, а танцевать? А я не люблю танцевать. Так я люблю. Так музыку давай. Сейчас включу. Ла-ла, 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 тру-ла-ла. Ай, тру-ла-ла, тру-ла-ла, тру-ла-ла. А я такая, такая, раз такая. Пока я тут.